Привет, это канал IT User Help. И сегодня в этом коротком видео я хочу показать вам, как в операционной системе Windows узнать, какую разрядность имеет та или иная программа, либо файл. И давайте сразу приступим к выполнению. Для этого в панели задач нажмем правой кнопкой мыши по свободному месту. И перейдем в диспетчер задач. Левая кнопка мыши, заходим. Далее здесь вы видите разные вкладки. Нам нужно перейти во вкладку «Подробности». И в этом месте в свободном нажать правой кнопкой мыши и нажать «Выбрать столбцы». Нажали «Выбрать столбцы». И выбираем пункт «Платформа». И напротив ставим галочку. И нажимаем ОК. После этого мы находим нашу вкладку «Платформа». И сейчас видим напротив каждого приложения, процесса от приложения, видим разрядность этого приложения. Можно заметить, что некоторые приложения 32 бита, некоторые 64, это потому, что у меня 64-битная система. Если у вас 32-битная, то, скорее всего, все программы будут 32 бита. В 64-битной, возможно, некоторые программы будут 32-битной, как вы видите здесь на экране. На этом все. Если видео было полезным, ставьте лайк. И подписывайтесь на канал.